Наша музыка. Наша. Присаживайтесь, Андрей Владимирович, присаживайтесь. Может, вам принести еще дополнительно? Еще есть. Нет, еще рано. Да, я понял. Можете стимулировать еще? Вторая смена. Стрельцова-Сундукова. Сундукова-Стрельцова. Все только начинается. Это чистая правда. Начинается то, что мы так долго ждали. Начинается наша встреча с Андреем Вадимовичем Макаревичем. Расскажите, пожалуйста, сразу об этом новом телевизионном проекте, который будет на телеканале СТС. Скоро, наверное, да, я так понимаю? Я думаю, что да. Вот мне прислали посмотреть там первых две серии. Я еще не забрал даже эти диски. Мне страшно интересно, как это выглядит на экране. Была такая недешевая затея, что вот если мы рассказываем о чем-то, что произошло в Париже там в 20-е годы, то мы это делаем в Париже. Если мы рассказываем про Берлинскую стену, то мы у Берлинской стены. Поэтому мы на протяжении 2 месяца бешено летали, а иногда, значит, на полдня мы прилетали в какой-то город, чтобы снять там пару эпизодов. Я думаю, что это не зря все было сделано, потому что это дает хорошую достоверность. Я сам узнал массу потрясающих совершенно фактов из истории нашей эстрады, а поскольку эстрада – это часть народной жизни, большая составляющая, то вообще из истории нашей страны. Он дорогой, в общем, проект, да? Проект, как вот я тоже не жалею, извините, вот об этом жалеют, думаю. Что... Молодцы. Не, ну кто-то да, где-то уж... не жалеет. Уж может, если бы вас можно наверное... было сесть на фоне зеленого экрана, да, и на фоне проекции все это рассказывать. Байки какие-нибудь отравить. Да. И сразу можно задать вопрос, как вы оцениваете фильм Капитановского «Тайм-машин. Рождение эпохи»? У Макса есть такая очень узнаваемая интонация, ценная. Это вообще то, что в авторском кино ценно. Мне она нравится. Это такая ирония, немножко грустноватая иногда. Как фильм прокатный, он мне показался длинноватым. И я Максу сказал, чтобы я, например, сократил. Но вы согласны, что «Машина времени» — это действительно рождение эпохи? Вот как вам живется с этой... Вот хороший я буду идиот, да, если я буду сидеть и думать про то, что «Машина времени»... Я человек-эпоха. Да, я человек-эпоха. Прошу ко мне обращаться с учетом этих обстоятельств. Ну что, в самом деле, ну прекратите. А как вы думаете, есть такие люди, которые действительно так о себе думают? Конечно. Давайте не будем называть их имена. Вторая смена. Вы только что вернулись из Америки, а вы там выступали с оркестром креольского танго. Как вообще прошли гастроли? Мы восхитительно съездили. Ехали, конечно, с волнением. Во-первых, оркестр креольского танго туда ехал впервые, и они об этом мечтали. А все понимали, что мы едем в место, откуда вот эта самая музыка, которую мы играем, во многом выросла. И страшно полезно было им тоже съездить, потому что при всей их школе и мастерстве, вот мы походили там по клубам, мы послушали живьем очень хороших людей, и ребята заиграли чуть-чуть по-другому. Вы так вдохновленно рассказываете о джазе, что мне кажется, что «Машина времени» это сейчас для вас уже, в общем, не очень интересно. Да, как нам разобраться? Как-то вот просто нужно. Вот «Машина времени» – такое любимое место, как такая старая деревенская церковь, в которую ходишь, читаешь одну и ту же молитву и получаешь просветление от этого. Но вот те ритмы, которые звучат в оркестре креольского танго, джазовые, мне сегодня ближе просто. Поэтому «Машина» у нас сейчас, мы немножко друг от друга отдыхаем. Это я развеиваю всякие слухи насчет того, что машина разбежалась, распалась, кто-то заболел и умер, ничего подобного. Просто мы немножко решили друг по другу соскучиться. Угу. Андрей Вадимович, а вот ваш слушатель сейчас и ваш слушатель там 20 лет назад, как-то вообще люди меняются или в общем нет? Нет, люди, конечно, меняются. Аудитория, конечно, она расширяется в смысле возраста, потому что, с одной стороны, она взрослеет вместе с нами, с другой стороны, они приводят своих детей, а теперь уже и внуков. Знаете, как сказал один идеолог самурайской философии, а говорил он о 18 веке, о конце 18, начале 19-го. Он сказал, что бытует мнение, что сейчас... очень просвещенная эпоха, и появилось очень много продвинутых и ярких людей. Он сказал, нет, это мир смельчал настолько, что высунуться из него не представляет никаких усилий. Вторая смена.
Как вы считаете, реально ли собрать талантливых людей под одной крышей, чтобы создать некий островок хорошего вкуса, откуда бы шла пропаганда хорошей музыки и поэзии, неважно какого стиля, и также нравственных идеалов? Я бы ни в коем случае не стал этого делать. Это что же, на всю землю один островок такой? И такие бесконечные очереди ко входу в этот островок. Знаете, я думаю, что люди все-таки истосковались действительно, наверное, вот под таким островкам. Я думаю, что люди, которые что-то делают и делают талантливо, они должны быть максимально рассредоточены. А куда, например, не знаю, куда податься человеку, скажем, из Воронежской области, я не знаю, Саратовской области? Отсесть кнопочку, нажать YouTube, и все там есть. Угу. Все, да? Интернет. Даже ничего не надо. Ну, это, кстати, мощнейший способ увидеть, что происходит, да? Ну, да. А если его нету, этого интернета? Значит, он будет завтра. Очень много вопросов у нас на сайте по поводу предстоящих выборов 4 марта. Как вы относитесь к выходу людей на площади? Я очень рад тому, что у нашего государства хватило вот в этой ситуации разума добиться того, чтобы все это прошло мирно. Mm. Потому что до этого все это разгонялось, да? И это очень большой этап. Я считаю, что это очень большой этап, потому что стало видно невооруженным глазом, сколько людей думает иначе, скажем так, да, и требует другого. И то, что сейчас Путин, что ни день, просто какие-то обещания и посолы, да? Да ладно. Что только есть зимнее время вот вернуть. Для меня это знак того, что там не очень хорошо себя чувствуют. Вторая смена. Что еще от меня хотели? Хотели неспетые стихи. Стихи? Сейчас попробую. Когда низги не видать вокруг, и ветер ревет такой, что кожу матросам сдирает с рук, просоленную пенькой, когда сошел с ума океан, уйти уже не успеть, матросы, видя, что дело дрянь, вдруг начинают петь. За свистом ветра не слышно слов, и шквал сорвал паруса, но что-то их заставляет вновь и вновь сплетать голоса. Но вот волной достала луну, шпангоут выплюнул медь, и все же, даже идя ко дну, они продолжают петь. А утром штиль, на песке роса, и купол небес высок, и их голоса ушли в небеса, словно вода в песок. И лямку тянет за веком век, но время не властно тут. Проснешься, не поднимая век, и слышно, они поют. Спасибо. Спасибо, Андрей Вадимович. Спасибо. Удачи. Спасибо. Вам. Всего доброго. Наша музыка. Наша.